Привет всем любителям шопинга и тем, кто любит экономить на хороших и качественных покупках. Сегодня обзор очередной от модной касты, и он будет особенно полезен молодым мамочкам, потому что мы сегодня будем распаковывать детские товары. У нас даже сегодня целых две распаковочки. И первое это будет комплект от компании Baby Art. И вторая очень большая, ну не очень большая посылочка, нормально, порядка 5 вещей различных компаний, ну по-моему турецких. И сегодня мы с вами все это будем смотреть, мерять и проверять. Сначала я решила распаковать самую маленькую посылочку, в которой находится всего один комплект. Итак, первый костюмчик от Baby Art. Вот такие вот брючки. И вот такая вот суперская кофточка. Компания Baby Art – это наша украинская компания. И хочу сказать вам, что с рождения мы сразу выбрали одежду этой торговой марки. Во-первых, потому что здесь очень хорошее качество, вся одежда хлопковая. И во-вторых, здесь очень-очень приятные цены, в отличие от таких компаний, как Timitex, Boma и другие, которые очень часто встречаются на просторах модной касты. Что относительно данного костюма, то он больше подходит для сезона осень-весна, так как ткань довольно плотная. Здесь костюм идет на рост 86 сантиметров, хотя наш рост на сегодняшний день 76 сантиметров. То есть я никогда не беру костюмы или одежду рост в рост, а всегда предпочитаю брать с запасом. Но в компании Baby Art одежда слегка маломерит, кроме размеров 56 сантиметров 62 для новорожденных. В принципе, в конце видео вы поймете почему, потому что всю одежду, которую я сейчас распаковываю, я буду показывать на своем ребенке. Ну а теперь пришло время самой большой и самой интересной распаковочки. Итак, есть у нас вот такое вот платье. Очень-очень мне нравится. Классненькое, просто офигенное. От бренда Watch Me. Отрезное платье по линии талии от бренда Watch Me. И сразу же меня ждало небольшое разочарование, потому что здесь отсутствует один камешек. Но за те деньги, за которые я его купила, я в принципе и сама могу его вклеить. И общего впечатления это не испортило, потому что платье действительно очень красивое, хлопковое и шикарный вариант на лето. Также обратите внимание, что это платье идет на 92 сантиметра. И в конце видео мы обязательно посмотрим, соответствует ли это платье своей размерной метке. Окей, следующий у нас сарафанчик от Isabelle Kids. Бело-синих тонах, в принципе, прикольный, мне очень нравится. Я сразу влюбилась в это платьице от Elizabeth Kids. Простой, но очень интересный дизайн. В бело-синих тонах оно смотрится очень миленько, а главное, оно просторное, и значит, в нем не будет жарко. В состав ткани ходит хлопок и эластан. К сожалению, самый маленький размер был 98-104 сантиметра. Это примерно на 3-4 года. Но я просто не смогла его не купить. И подошло ли оно нам, смотрите в конце видео. Вах, вах, какой у нас комбинезон модный от компании Вальтеретто, по-моему, если не ошибаюсь. Да, Вальтеретто. Сзади здесь вот есть такой на спинке вырез. Ну, короче, моднявый. Это тоже, по-моему, хлопковая ткань и тоже сделано в Турции.
Если платье от Элизабет я взяла не раздумывая, то над комбинезоном я долго думала и сомневалась, потому что шортики мне показались, но уж очень коротенькие. И будет ли комфортно ребенку в них, да еще и в памперсе? Но так как этот товар возвращаемый, я решила все-таки попробовать, если вдруг не подойдет, я его верну. Кстати, не вся детская одежда, продаваемая на модной касте, подлежит возврату, поэтому будьте внимательны и читайте описание к товарам. Ну а данным комбинезоном я осталась очень довольна. Во-первых, очень приятная ткань, хлопок и эластан. Размер рассчитан на 86 сантиметров, это примерно полтора годика. Но что мне больше всего понравилось, это открытая спинка. Очень смелое решение, особенно в детской одежде, но очень по-летнему. Кстати, резиночка на поясе и внизу шортиков очень хорошее и нужное дополнение. В общем, этим комбезом я более чем довольна. Следующий комплект тоже от компании Watch Me. Вот такая вот классненькая футболочка. Да, она вообще супер легкая. И, ну не знаю, мне классно, миленькая такая. И к ней идут вот такие вот нежно-розовые шортики. Очень интересный костюмчик в пастельных нежных тонах. Веселый рисуночек очень хорошо дополняет этот костюм. Размерная метка идет на 86 сантиметров, это примерно 18 месяцев. А состав ткани, как всегда, хлопок. Костюм смотрится очень миленько, а главное, что качественные и ровные швы. И последний комплект на сегодня это... брючный костюмчик от Isabel Kids. Вот такие вот брючки вишневого цвета. И дополнены вот такой вот, ну, легкая, в принципе, кофточка с прикольным принтом. Итак, костюмчик от Elizabeth Kids с размерной меткой 80-86 сантиметров. Костюм имеет стиль Mr. Happy Fox. Сезонность данного костюмчика – весна, осень и даже прохладное лето, потому что кофточка, в принципе, очень тоненькая. А вот брючки, наоборот, более плотные. По-моему, так смотрится куда интересней. Ну что ж, это были наши очередные распаковки. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, оставляйте ваши комментарии, замечания и так далее. Я буду рада абсолютно каждому вашему мнению. До новых распаковок. Пока-пока!